Вот такая у меня девочки чулка уже отросла. Я не знаю, что мне делать. То ли ее подстричь, то ли отпустить дальше. Вот не знаю, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что с ней лучше сделать? Вот. Но я уже устала от чулки, хочу каких-то перемен. Я с чулкой проходила, ну, около 20 лет. Все. Надоело. Вот. Волосы, конечно, немножко подстригу, а вот чулку хочу отпустить. А вообще причина, чего я устала от нее, как бы я ее не подстригла, вот она начинает вот так волнами браться, крутиться, подкручиваться. Надо все время выравнивать. Устала, короче, от чулки. Хочу длинные. Ну, конечно, мне нос нужно прятать чулкой. Вот. Ну, не знаю. Вообще-то, я хотела так вот, если отрастить эту чулку, то прическу сделать где-то вот так вот. Все. И вот так вот на этом уровне подстричь. Но тоже неизвестно, пойдет ли оно мне, то ли не пойдет оно мне. Так что вот пока с подружкой поговорю. Ну, а чулку пока тоже не буду стричь. Так что дайте знать, пожалуйста, что вы думаете. Вот, этому уже пиджаку лет 100 лет. Мой любимый цвет. Наверное, около 10 лет. Он у меня тогда еще был великоват. Сейчас, конечно, немножко вот так вот. Но еще могу вот ходить в нем. И я считаю, если это ваша любимая вещь, и нечего его, эту вещь выкидывать. Всегда пригодится для чего-то. Под что-то подойдет. Вот как мне под футболочку прикрыть. Хоп, и пиджачок. Очень удобно. Переодела пиджак на эту свою любимую тоже жилетку. Чок вот так вот сделала. Наверное, лаком немножко сбрызну, чтобы она у меня не падала. Ну, конечно, пока ее отращу, нервы у меня на нее. О, ничего. Еще потерплю. Пока еще потерплю. Как психану и обстригу ее. Ну ничего, все в порядке. Вот. У нас еще жарко. Вот завтра 1 сентября, а у нас еще жарко. Ну, уже не совсем-совсем жарко, чтобы пойти купаться в бассейн. Немножко уже для бассейна даже немножечко так вот и прохладновато. Ну, ничего, сейчас мы с подружками соберемся. Мы с подружкой приехали в самый дорогой молл. То есть этот, ну, вещевой он еще какой-то, да? Здесь рестораны, там все самое-самое, все дорогое и классное. Выбираем здесь парфюмы. Хоть чуть-чуть. Немножко зеленый есть. Темноватый, но он цветочный. Это сильно такой. Я попсикала на уже наши СМИ, но зеленый намного лучше. Бесплатно сутку дают, тебе если покупаешь эти духи. Но это если вторую уже покупаешь. Эти духи. Ой, я хочу такие. И нам подарок подарили вот такие маленькие. Здесь берешь, вытаскиваешь и нюхаешь запахи. Вот, вот такие вот они. Как раз, два. Такая косметика. Смотрите. Красиво, можно здесь тебя накрасить. Все здорово. Косметика очень. У меня подружка выбирает по моде вот такие цвета, вот к нему идут сразу и лаки.
красивые. Мне так хочется вот такие, что-то такое летнее. Или вот, вот это. Что это? Дживанши. Вот, отлично мы полазили там по косметике, по парфюмерии, по сумочкам в дорогих магазинах. Louis Vuitton, Chanel. Вот, насмотрелись. Ну, женщины этого любят посмотреть. И вот такой, что я домой привезла из духов. Они мне подарили. Вот моя подружка купила духи, и там дает как бы в подарок еще. А так как я вместе была, говорит, вы хотите? Я говорю, конечно, хочу. Ой, здорово, что мы с Галинкой поехали и купили духи. Такие очень пахнут. Прям прелесть. И я захотела. Вот. Галинка там увидела знакомую женщину. Она там менеджер. Вот, пообщались. Она ее хорошо знает. Вот, Галинка там работала. Вот, много у нее знакомых, так мы просто отлично походили. Вот, не везде все снимала, но факт тот, что вот покажу, что нам мне именно подарили. Вот такие пробнички вот этих духов очень пахучих. Вот, смотрите, пахнет просто бесподобно. Так что мне очень-очень нравится. Может, когда-то смогу купить флакон духов. Потом. Подружка любимая. Вот мы уже да, давно не виделись, вот встретились. Все. Все, пока, до встречи.